Доброго времени суток, дорогие друзья, у микрофона Никита. И в общем, знаете вы, что все это время я для вас готовил очень такой большой сюрприз. Вот, и в общем, пора время, настало оно уже, рассказать, что я все это время делал. В общем и вкратце, я создавал свой плейс в Роблоксе. Black Creature P Roleplay Place. Вот. Короче, ну я думаю, что название само за себя говорит, что здесь надо делать. Ну, вкратце, для тех, кто не знает, не в курсах, так сказать, вот, расскажу, что здесь нужно, короче, так сказать, как реальная жизнь, зарабатывать, что-то покупать, допустим, можно там хавчик в магазине купить, чтобы не проголодаться и не сдохнуть с голоду. Вот, либо, допустим, если ты побогаче, можешь машину купить, вот, всякое такое. В будущем, возможно, и дома даже будут. Вот, пока что буду готовить одну или две недели глобальное обновление. Вот, ну, пока что еще точно не знаю. Но вкратце, вот, рассказал. Также уже сделал недорогой донатик, 40 робуксов стоит стартер-пак, хотя я не знаю, почему я так его решил назвать, потому что, по сути, это просто геймпасс на Дигл, который, так сказать, за то, что он за робоксы, он достаточно такой непростой. То есть у него как бы перезарядка, кстати, есть, но время нет, то есть можно с него палить, вот, ну, как по клавише мыши тыкаешь быстро, вот так оно и, собственно, стреляется. То есть максимально быстро и по клику, то есть зажать нельзя, просто кликать. То есть у него нет перезарядки. Вот. Убивает он с первого же попадания. Вот. Но решил его уже таким имбом не делать и сделал ему такой неплохой разброс. Вот. 40 робуксов всего лишь стоит. То есть, ну, думаю, что если вот кто хочет меня поддержать, то можно его и купить. Вот. Буду заранее очень сильно благодарен, кто сможет поддержать проект, ну или хотя бы просто оцените, вот мне очень будет, реально будет очень круто, если вы его оцените. Я бы очень хотел, чтобы вы его оценили, так что ссылка в описании. Ну а сейчас будут скриншоты с моего проекта. Всем удачи, всем пока.